Эта милая женщина, которая разговаривает с инспектором ДПС, на самом деле нарушительница. Преступление не тяжкое, перешла дорогу в неположенном месте, поэтому только предупреждение. Через секунду инспектор сорвется с места и побежит за новым перебежчиком, уже мужчиной. Максимальный штраф за такую беспечность 500 рублей. Но сегодня инспекторы проводят только профилактическую беседу. В общем, последняя китайская. С начала этого года в Рязанской области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с участием пеших участников дорожного движения, в результате которых 6 человек погибло, 37 получили травмы различной степени тяжести. Горячая точка по традиции – Первомайский проспект. Здесь нарушений больше всего. Регистрируют и ДТП, и травмы. Но это почему-то мало кого останавливает. Дорогу не по переходу пересекают и Старый Млад. Инспекторы их ловят и раздают специальные памятки, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу. Пока. Важно помнить, что даже подойдя к пешеходному переходу, пешеход обязан убедиться в своей безопасности. То есть, может быть, даже установить зрительный контакт с водителем, что каждый участник дорожного движения понимает друг друга, что водитель действительно останавливается, пропускает пешехода, и только после полной остановки транспортного средства можно начинать переход дороги. Нарушителей во время этого рейда всего ничего. Одного вида инспектора ДПС для внушения хватило. Однако стоило машине ГИБДД уехать, как народ вновь начал бросаться под автомобили. Или, как они это называют, просто переходить дорогу. А мы напомним, штраф, если нарушителя поймает сотрудник ДПС, всего 500 рублей. А если поймает машина, это будет гораздо чувствительней. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».